Британский боксер Адам Эджи считает, что у его соотечественника Кэла Брука достаточно навыков и ударной мощи, чтобы нанести поражение чемпиону мира Геннадию Головкину. Кэл часто набирает массу в пределах этого веса. Этот вес является природным для него, он чувствует себя в нем более комфортно. Я думаю, что Головкин является лучшим боксером среднего веса, но если кто и сможет сравниться с ним, то это Кэл и, возможно, Андре Уорд. Стиль Кэла может подарить нам отличный бой. Кэл не может пробить столь сильно, как Головкин, но у него более чем достаточно мощи, чтобы заставить Геннадия уважать его. Взгляните, чего достиг Мэнни Пакьяо. Стал чемпионом в 8 весовых категориях. Возможно, все. Да, Головкин является фаворитом, но, на мой взгляд, у Кэла есть все, что нужно, чтобы победить, сказал Адам Эджис.